Вальгалла будет довольна. Славно. Полагаю, теперь мы можем подняться выше. Сложно отказаться от помощи Вальгаллы, пусть даже и на один раз.
башку, а теперь другой. Так просто ты от меня не отделаешься. Ты вечно разглагольствуешь о том, какие боги злодеи, но забываешь упомянуть, что к злодействам их подтолкнул ты. Афина хотела, чтобы я открыл ящик. Я не знал, чем это обернется. Ты не понимал, что будет, если довериться Афине? Это ведь шутка, Кратос, потому что, надо признать, очень смешная. Но давай по-честному, Кратос. Мы можем спорить, должен ли ты был предвидеть последствия или нет, но бесспорно то, что они бы тебя не смутили. Тебе нужна была сила, чтобы убить Ареса. И раз она была тебе нужна, это все оправдывало. Вот таков он, твой моральный кодекс. Представить, что ты снова займешь столь важный метафизический пост. Доверенное лицо, почитаемое лицо. Какая наглость с твоей стороны даже допускать такую мысль. Видимо, ирония тебя тоже пока не заслужила. Выходит, что тебе ничего нельзя доверить. Думаю, он со мной согласен. Редактор
Чем этот враг не угодил Вальгалле, но с ним покончено. Небось, тебе надо убить самого сильного. Думаю, так. Сейчас мы с Вальгаллой в расчете.
Oh!
этого от тебя! Альта! Душегубов, которых ты никак не можешь выкинуть из головы. Пока он далеко. Чудовище! Run! Run!
За отрада наблюдать, как ты мыслишь. Я вернулся, никак не привыкну. А, закончилось очередное испытание.
Осталось последнее оружие. Думаю, оно тебе, скажем так, понравится. Ну как, нравится? Ум, Хоксон! Левый синяет! Что толку от щита, если им не пользоваться? Тот ящик, что ты открыл в чаше предсказания, что в нем было? Страх, вероломство, тщеславие, злоба. Все, чем обладали боги, умножилось. Но что еще в нас? Ну же! Хватит, Кратос. Я сдаюсь. Трудный бой. Посмотрим, что сделал твой разум. Когда зло из ящика было уничтожено, там осталась надежда, которую ты решил выпустить обратно в мир. Да. В итоге круг замкнулся, и ты решил пожертвовать собой. Но заслуженную смерть от меня отвели. Да, ты выжил. И с того времени и по сей день тебе живет надежда. Благодаря тебе в эти оцепеневшие миры снова вернулась надежда. С ящиком или без него, Кратос. Надежда и страх, любовь и ненависть живут в каждом из нас. Вопрос лишь в том, что из них поведет тебя. Любой наш выбор меняет этот мир. Я понимаю. И? Думаю, теперь я готов войти в эту дверь. Прекрасно. Что мне тебе сказать? Я помню, чем для меня был тот трон. Что он значил. И чего не значил. Бог войны. Бог боли. Мучений. Разрушений. Норны сказали, я ищу искупления, которого никогда не заслужу. Кто же я тогда? Бог глупцов. Бог. Надежды. Когда все потеряно. Ты все потерял. Всех потерял. И ты стал
Тебе нет прощения. Ты выбрал. Я выбрал. И что? И что мне после такого? Теперь сесть, взять, объявить, вести или пойти на службу? На службу. Должен ли потерять все и всех? Останется ли что внутри, чтобы я не стал тобой? Не знаю. Но надежда есть. А ты жесток, самолюбив, заносчив. Только вот это не все. Ты таил в себе больше, чем видел мир. Ведь это невесты. Похоже, я все пропустил. Ты нашел то, что искал? Отрадно слышать. Стало быть, все. Ну, а что теперь? Теперь... Пожалуй, я хотел бы здесь немного посидеть. Стойкий воин не боится перемен. Он танцует под их ритм. Чувствуете себя сильнее, чем в начале? У вас отлично получается, генерал. Наблюдать за вами одно удовольствие. Сигру. Как дела у вас с сестрами? Павшими занимаемся лишь мы трое. И рук не хватает. Но сейчас мы набираем новых воительниц. Ну,
Я знаю одну девчушку, которая все отдаст за шанс быть с вами. Ты же Атрут, дочь Сиф и Тора? Ну да, я с ней знакома. Она стояла перед нами, как только смолк звук нашего зова. Она отважно сражается. Ей можно доверять. Вы ее рекомендуете, генерал? Разве теперь мы посмеем ей отказать? Да она нам и не позволит. Настоящая дочь. Ящик со злом. Это что-то важное. Это история того кузнеца, да? Им была нужна его девочка, и он погиб, защищая ее. Защищая ее от меня. Я открыл ларец в поисках оружия, чтобы убить Ареса. А выпустил... И все боги разом сошли с ума. Еще раз спасибо. К сожалению, пока я в своей Вальгале, тебе придется быть с ним. Кратс, как хорошо ты знал дочь кузнеца. Пандора. Она напоминала мне о дочери, которую я давно потерял. Мне жаль. Даже на пике своего мщения, ты бы не хотел, чтобы с ней что-то случилось. Пандора была невинна. Ее взгляд на мир. Она могла достучаться до меня, в отличие от многих. Она заслуживала лучшей участи. А стала пешкой в руках богов. Я вижу, как... Прости, что перебиваю, но нам пора. Конечно, не стоит. Сзади!
хочешь поговорить о себе? Еще недавно она была рада тебя видеть. Что изменилось? Не делай вид, будто тебе интересна моя личная жизнь, брат. Интересно. И ты уклоняешься от ответа. Прости, брат. Думаю, беседы стоит вести в безопасном месте. Согласен. Осторожно, сзади! Вот кто был нужен! Славно. Полагаю, теперь мы можем подняться выше. Просто ты от меня не отделаешься. Ты вечно разглагольствуешь о том, какие боги злодеи. Но забываешь упомянуть, что к злодейству подтолкнул ты. Афина хотела, чтобы я открыл ящик. Я не знал, чем это обернется. Ты не понимал, что будет, если довериться Афине? Это ведь шутка, Кратос. Потому что, надо признать, очень смешная. Но давай по-честному, Кратос. Мы можем спорить, должен ли ты был предвидеть последствия или нет, но бесспорно то, что они бы тебя не смутили. Тебе нужна довольно. Была... О, какая прелесть. Выходит, что тебе ничего нельзя доверить. Со мной согласен.
Кентавр? Редко вижу его так близко. Он атакует! Тебе нужен. Еще враги, слева! Смотри под ноги! Сзади атакую! Сзади, берегись!
знает! Если бой, сзади! Зачем тебе это оружие? Ты не в себе! Ледяной огонь! Ты пролил достаточно крови, чтобы открыть вернулся, никак не привыкну. А, закончилось очередное испытание. Осталось последнее оружие. Думаю, оно тебе, скажем так, понравится. Ну как, нравится? Ром Хоксон, правый сияй! Наша битва очистит твой разум. Ты готов победить? Докажи! Ром Хоксон! Какая ярость! Сосредоточенность! Тот ящик, что ты открыл в чаше предсказаний. Что в нем было? Страх! Вероломство! Тщеславие! Злоба! Все, чем обладали боги, умножилось. Но что еще, Кракс? Слева! К оружию! Ух!
Нравится? Не отвлекайся! Том Хобсон! Правый сияет! Хватит, Кратос. Я сдаюсь. Трудный бой. Посмотрим, что сделал твой разум. Когда зло из ящика было уничтожено, там осталась надежда, которую ты решил выпустить обратно в мир. Да. В итоге круг замкнулся, и ты решил пожертвовать собой. Но заслуженную смерть от меня отвели. Да, ты выжил. И с того времени и по сей день в тебе живет надежда. Благодаря тебе в эти оцепеневшие миры снова вернулась надежда. С ящиком или без него, Кратос. Надежда и страх, любовь и ненависть живут в каждом из нас. Вопрос лишь в том, что из них поведет тебя. Любой наш выбор меняет этот мир. Я понимаю. И? Думаю, теперь я готов войти в эту дверь. Прекрасно. Что мне тебе сказать? Я помню, чем для меня был тот трон. Что он значил? И чего не значил? Бог войны. Бог боли. Мучений. Разрушений. Норны сказали... Я ищу искупления, которого никогда не заслужу. Тоже я тогда. Бог глупцов. Бог. Надежды. Когда все потеряно. Ты все потерял. Всех потерял. И ты стал... Тебе нет прощения. Ты выбрал... И что? И что мне после такого? Теперь сесть? Взять? Объявить? Вести? Или пойти на службу? На службу. Потерять все и всех. Останется ли что внутри, чтобы я не стал тобой?
не знаю. Но надежда есть. А ты жесток, самолюбив, заносчив. Только вот это не все. Ты таил в себе больше, чем видел мир. Ведь это невесты. Похоже, я все пропустил. Ты нашел то, что искал? Отрадно слышать. Стало быть, все. Ну, а что теперь? Теперь? Пожалуй, я хотел бы здесь немного посидеть. Отлично, генерал. И я не сомневалась, что вы дойдете до конца. Поздравляю. Надеюсь, Вальгалла достойно вас отблагодарила. Глядите, кто наконец-то зашел через главные ворота. Видимо, там что-то случилось. Значит, это добрый знак. Фрея, я примкну к тебе. Я постараюсь стать людям защитником. Хорошо. Я рада это слышать. Хорошо, что ты нашел здесь, что искал. Я бы не справился без помощи моих друзей. Я благодарен. Вальгалла в вашем распоряжении, Кратос. Если захотите над чем-то поработать, сейчас или позже, мы к вашим услугам.